Здравствуйте, дорогие зрители. Просили там заснять Ворнинга на его новом велике. И у него еще новая покупочка есть. Вот он купил себе новотуровский рюкзачок. 30-литровый, да? Да. Кстати, смотрите, ты вот один, я покажу тебе вид сзади. Идет тебе. Ну да, нормально. Ну он такой простой, там немного этих карманчиков, да? Да. Угу. Покажи там, как вот ребенка сажать на этот велик. Угу. Короче, ты решил уже пояс не делать, да? Почему? Буду делать. Будешь делать, да? Да. Угу. Как он называется-то? Альтаир. Альтаир? Покажи, как ты рассекаешь на нем. Чего ты? Это он у жены отобрал. Да, Ворнер.